Воркаут. Это модное молодежное движение, которое активно набирает обороты во всем мире. Благодаря своей доступности и отсутствию ограничений, заниматься этим спортом может каждый. Поэтому у движения имеются десятки тысяч последователей более чем в 70 странах. По всему миру открывается все больше специально оборудованных площадок. В Польше, Португалии, Германии, Франции, Палестине. Уже 5 лет проводятся чемпионаты, в том числе и международные. Некоторые страны признали воркаут официальным видом спорта, и уже вынесен вопрос о включении его в программу Олимпийских игр. Сегодня среднее количество просмотров качественного воркаут-ролика в сети составляет порядка 50 тысяч. А ролики с участием атлетов мирового уровня набирают более 1 000 000 просмотров. Воркаут — это творчество. Каждый атлет стремится найти свой собственный стиль исполнения элементов, что делает каждое выступление ярким и запоминающимся. Молодых ребят захватывает атмосфера, которая царит на уличных площадках. Они попадают в новый мир, где царит добро, здоровье, сила и дружба. Поэтому воркаут — это не просто уличная гимнастика, а особая спортивная субкультура. Спонсорами воркаута выступают такие бренды, как «Газпром», «Лукойл», «Кока-кола», «БПС Сбербанк», «Рибок», «Горилла», «Ред Булл». Во многих странах СНГ воркаут поддерживается на правительственном уровне. В Беларуси, благодаря позиции главы государства, развивающемуся направлению спорта уделяется особое внимание. Выделяются бюджетные средства на строительство площадок. Поддерживается большинство проектов федерации. Обеспечивается освещение воркаут-мероприятий в СМИ. Молодежная федерация воркаут – это некоммерческая общественная организация, миссией которой является вовлечение подростков в активный, здоровый образ жизни. Наша команда всегда действует неординарно, умеет заинтересовать и привлечь внимание молодежи. За 9 месяцев существования федерации реализованы 44 массовых мероприятия, в том числе тур по 30 городам «Сила Беларуси». Проект социальной рекламы на площадке. Разработаны рекомендации по устройству воркаут-площадок и сам комплекс «Молодость». Сформирован республиканский корпус инструкторов на местах, который способствует развитию движения в каждом городе Беларуси. Начата работа по формированию теоретической базы воркаута. Разрабатывается собственная система тренировок. По отдельным направлениям с нами сотрудничают «Дарида» и «БСБ Банк». В наши планы входят формирование детской и юношеской сборных, открытие центра подготовки инструкторов, организация секций при учебных заведениях, социальный проект «Личный пример», учреждение ежегодного турнира на первенство Беларуси среди молодежи. В рамках проекта «Тренируйся сам или вместе с нами» проведем по школам 160 ЗОЖ-семинаров и более 7000 бесплатных тренировок для всех желающих. На 2018 год запланировано 63 массовых мероприятия. Показательное выступление Федерации – это настоящее шоу. Оно музыкально и динамично. В программе присутствуют юмор и элементы повышенной зрелищности, поражающие воображение публики. Предусмотрены конкурсы и призы для зрителей. Яркие моменты, профессиональная фото-видеосъемка и качественно смонтированные ролики обеспечивают повышенный интерес к просмотру и распространению материалов мероприятия в сети. В областном городе в течение дня порядка 5000 человек могут посетить воркаут-площадку, которая привлекает внимание всех пришедших на праздник своей новизной и зрелищностью. Поддерживая деятельность Федерации, помимо бесценного вклада в развитие молодежи, спонсор получает ряд возможностей для проявления кампании. Выступление представителя спонсора с приветственной речью. Благодарности ведущего от лица Федерации спонсору за оказываемую помощь. Упоминание о партнерстве при освещении мероприятия в СМИ. Размещение информации на ресурсах Федерации, сайте, группах соцсетей, YouTube-канале, а также ресурсах партнеров. Размещение товарного знака спонсора на видео и фотоматериалах в сети. На площадке мероприятия размещаются стенд, баннер, флаги спонсора. Товарный знак присутствует на элементах ограждения. Оформление площадки исполняется в корпоративных цветах спонсора. Распространение информационных буклетов и памятных призов от спонсора. Проведение рекламных акций. С подобными мероприятиями, в соответствии с утвержденным календарным планом, в наступившем году Федерация побывает в 42 городах республики.
Таким образом, к концу года 6 миллионов человек будут знать, что молодежи, спорту и воркауту в Беларуси помогает ваша компания. Вместе мы сможем внести существенный вклад в наше здоровое будущее.